Здравствуйте. В общем, вышла новая итальянская ПТХ на общий тест, и давайте о ней поговорим. Стрима по ней не было, но я не поленился и скачал тест и сыграл несколько боев для вас, и сыграл на ней аж целый бой на знак классности мастера. И именно этот бой я сейчас вам продемонстрирую. В общем, патч охуенный на самом деле, абсолютно по всем фронтам. Кстати, да, записываю, ребята, с первого дубля, поэтому сейчас будет паштет нести полную хуйню. Потому что эту хуйню он не сможет исправить и выкатит вам в релиз. Как самый настоящий, истинный, профессиональный гайдодел. Так сказать, сейчас будет игра с головой. Короче, патч классный. Прям реально офигительный. Столько хороших нововведений, ребалансов. И добавили эту хуйню. Типа, зачем? Зачем? Здравствуйте. В общем, все знаете фишку этой ПТХи, это ее броня. Броня реально пиздец ультимативная. Я не знаю, это Е3 на колесиках. Типа, едет она 60-40 километров с турбонагнетателем. Это очень динамично. С углами наводки, не знаю, тут минус 8, наверное. И такой башней, и такой пушкой. Но она будет ебать весь рандом, я отвечаю. Даже конченый Леха, который играет на красную статистику, блять, вас так поимеет, господи, как же он вас поимеет. Ну, наверное, так же, как я поимел в этом бою противников. Чё мне в ней не нравится? Мне не нравится в ней то, что у нее нет уязвимых зон, если она, ну, стоит как-то в интересной позиции. Например, в такой, какой нахожусь сейчас я. Мне не нравится в ней то, что орудие этой ПТСАУ опаснее, чем орудие Е100. Орудие Е100 с маусганом. А маусган Е100, ну, наверное, это, в принципе, самое сильное цикличное орудие среди всех ТТ-10. Ну, потому что, наверное, там охуенно альфа с охуенным ДПМом. С охуенной перезарядочкой. Там 9 с копейками секунд КД, 3500 ДПМа. Здесь 8 секунд перезарядка. То есть ДПМ будет еще выше. Пробитие здесь. Не 311 нищих уебанских, а 345. Скорость полета снаряда здесь 1250. Скорость полета кумулятива, как у подкалибера. Ну, разве это нормально? Почему я говорю, что у этого танка маусган улучшенный? Хотя, казалось бы, в характеристиках там какой-то барабан, блядь, сказан. Какой-то ДПМ в 3000, да, в характеристиках в ангаре, когда вы полностью настроили танк. Ну, блядь, расскажите мне, товарищи, я не могу не материться, у меня потому что бомбит. Как вы думаете, у вас будет хоть одна ситуация за 10 боев, где вы реализуете весь барабан подряд, целиком? Будет? Я думаю, что нет. Если вы только не Нивен. И именно поэтому, ребята, всегда у этого танка будет КД 8 сек. Всегда. Потому что стандартная ситуация. 95% ситуации будут выглядеть так. Вы откидали в лучшем случае 3 выстрела подряд, и у вас будет небольшое окно на полноценную перезарядку. И в это окно на полноценную перезарядку, пока вы бездействуете, пока вы доезжаете до противника, вы скидываете барабан и за 19 секунд заряжаетесь полностью. И в итоге у вас через 19 секунд вновь заряжено 5 снарядов в барабане. И этот барабан перезаряжается внутри со скоростью 8 секунд. То есть, по сути, пушка лучше, чем Маузган Е100. Ну, приправить, если это вот такой броней, если все это приправить основным сервером, не тестом, ребят. Кто-то сейчас может сказать, что это ПТшка говно, вот просто поиграв на ней. И я, в принципе, пойму этого человека, если он скажет, что она говно. Ему просто она не понравилась. А, как правило, людям, которым не нравится танк, они его хуесосят. А почему она ему может не понравиться? Потому что на ней сложно играть. Да, блядь, на ней реально сложно играть. На тесте, сука, на тесте сложно. Потому что тут сетапы, я извиняюсь, блядь. И из одних этих минопидорасов. Назвать этот танк надо минопидорас. Да, на минопидорасе против минопидораса играть сложно. Но вы представьте, что этот минопидорас будет делать против ТС-10Е5 в рандоме. Что он будет делать против СА-7, которого на тесте он не встречает. Ну, будет пиздец. Чуваки, даже если этот танк понерфит, держу в курсе. Это будет такая хуета токсичная. И как бы с одной стороны они нерфят Кранвагна и вводят вот это. Ну, я не знаю. Я не знаю, пацаны, что тут говорить.
Я, если честно, даже не знаю, как его понерфить адекватно. Один хуй, нерфь не нерфь, броню ему никто не срежет. Нерфь не нерфь, все равно у него КД будет адекватное. Рога у порога, версия 2.0. Пишите мнение в комментах насчет этого танка. Что думаю я о нем, я вам рассказал. Это пиздец. Это пиздец. Блять, если вдруг этот видос взлетит, ну вы наберете не 1000 просмотров, блять, ебаните 1000 лайков, если не сложно. Вот все, мой бой на этом закончен. До того дебика я не доеду. Вот реально, просто представьте, что он будет говорить в рандоме. Это пиздец. Как бы ее понерфить, ребята? Давайте подумаем. Я бы ее понерфил так. Я бы внутри барабана сделал перезарядку минимум 10 секунд, в идеале 12. И общее время перезарядки не 19 сек, а 30. Ну, можете сказать в комментах, что я долбоеб. И этот нерв говно, слишком сильный. Можете предложить свои варианты, пацаны. Я вижу проблему, я ее описал. Все. Кнопка лайка, кнопка дизлайка у вас. Как бы. Ну, разрабам в любом случае виднее, ребят. Вы свою игру сначала создайте, потом уже свои права качаете. Короче, посмотрим, что будет. Если выкатят в таком варианте на основу, это пиздец. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания, товарищи.